Крокодил Питбуль. Всем привет. Мы, короче, снимаем пранк, называется он, типа, это он. Сейчас объясним Да. суть пранка. Короче, мы находим вообще левого человека, к нему подъезжаем толпой. Я спрашиваю, это он? И Кирилл отвечает, да, это он. Мы, короче, вылазим со всех машин и начинаем за ним бежать и смотрим реакцию. Тому, кто не струсит, я дам 10 тысяч рублей. Нормально? Да, нормально. Нормально, короче, У все. нас два гелика, одна БМВ, 8-9 8, человек. 9 человек, да. Ну, в общем, поехали искать. Все, Так куда погнали. будем искать ехать-то? Давай в сторону Погля... фермы. Погнали на ферму, погнали на ферму. Погнали на ферму, да. Да там будет угарно. Так, а Так, ну, сейчас надо скрин как-то вот сделать. Ого. Так вот едьте, все, отлично. Так, пускай чувак на гелике сзади едет. Блин, ну что он делает? Он Мне в жопу подлагивает открывает. Немного, блин. Ни хрена себе немного. Так, главное, что у меня, блин, не крашного. А ты периодически останавливай запись и запускай. Да у меня нормально, это когда просто я долго играю, понял. Крашит иногда. Бо я БТР снимал, у меня крашило. А ну стой, едь медленно, я скрин сделаю. Не знаю, бежал походу. А в какую сторону он шел? Блин, в реке у меня игра зависла, сука. Капец. Короче, ждите там, я сейчас подъеду, перезайду. Блин. Сейчас надо ком перезагрузить по бурику. А ну давай. Конечно, такое поведение не одобряется. Сейчас его посадят еще за езду по встречке. Ну хотя здесь разделительной полосы нету, то ничего. Вот. Ой-ой-ой! Молодец. Молодец. Так, успокоились, блин, успокоились. Развернись. Зачем? Чё там? Развернись, там работа есть. Какая работа, чувак? Едем. Так, я не знаю, где можно найти. А, в горе или? Ничего страшного. Так, скажу, что мы видос снимаем. Так, кого же нам найти? Так, вот, чувак на победе. Так. Вот, все, это первый. Так. Смотрите, пишем, парни. Это он. Смотрите. Да, он. Смотрите. За ним, за ним, за ним, за ним. Давайте за ним, за ним. Да ну. За ним. За ним, чё вы тормозите? Блин, чувак сразу дал по педалям. Куда он поехал? Чувак сразу понял. Так. Блин, куда-куда? Встречка, это встречка, это встречка. Все, стой, стой, стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп. Надо сразу. Ладно. Ладно, ищем другого. Так, я закрываю дверь. Поехали. Так, здесь у нас еще Игорь приехал. Так. Механик нет. Он, чувак, чувак, чувак стоит. Смотрите, смотрите. Сейчас. Парни, это он? Так, пишем, это он. Это он. Смотрите, какая толпа. Это он. Да, это он. Дайте 3К на починку, блин. Ты попался. Ты попался, напиши, ты попал. Чувак, ты попался. Кто? Ты? Все, хана тебе. Блин, капец, движ начался. А что я сделал? Ты приехал. Ты думал, с рук? С рук, блин. Сойдет. Блин.
Объезжаем. А дальше что? Дальше садись в машину. Машину поговорим. Блин, чувак тут так испугался. А вот этот вот секунд, блин, на победе той. Так. В машину. Чуваки, смотрите. Ну, давай, машину, 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 машину. Гелик. Чуваки, он еще сейчас у меня машину, походу, угонит. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, у меня гелик угнали! За ним, блин! Капец, вы тормозите! За ним, Аслан, давай! То есть, Игорь, открывай дверь! За геликом, быстро, быстро, давай, давай, за ним, за геликом, быстрее. Там же наши чуваки, вот же тварь, а, вот же тварь. Так, быстро, да, быстро, блин, надо, надо. Блин, догоним или нет? Если он там где-то врезался, то сейчас по-любому его догоним. Блин, вон наш тоже гелик черный, тоже за ним едет. Так. Ловим. Наш гелик. Так, он походу всех выкинул. Вон, кстати, все, едет, едет. Все, догоняем. А ну с дороги, блин, чувак, из-за этого просто лайк. Блин, еще я за своим геликом не гонялся. Давай, 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 давай. Все, 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 приехал, 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 чуваки. Приехал. Останавливаемся, останавливаемся, все, тормозим, тормозим. Чуваки, смотрите, куда он пошел? Где он? Это он, чуваки? Вон, вон, текает. Давайте. Блин, а ну иди сюда, чувак. А ну иди сюда. Давай, давайте, чуваки, за ним, блин, за ним. Он, блин, думал, он у нас гелик свистнет и все, с рук сойдет. А ну иди сюда. А ну иди сюда, а ну иди сюда. Блин, у меня оружие кончилось, за ним, за ним. Это же он, да, сейчас, сейчас посмотрим, так. Так, а ну. А что я сделал? Да-да-да, это он. Давайте за ним, блин, чуваки, он сейчас идет. Куда он делся? Где он, где, где он? Вон он, вон. Чувак, ну ты попал в натуре. Хотели пранка, ты у нас гелик решил отжать. А ну, валим, валим. Куда же у гелику колеса прыгают? А ну иди сюда. Так не в гелик стреляйте, в бича стреляйте. Где бич? Где бич? Мог уже снял, наверное, половину пранка, я только начинаю, потому что мне кашляло. Да. Короче, так. Суть такова, типа, пранк, типа, как он называется, забыл. Типа, это он? Это он, как? Да. Ну, суть такова, типа, мы находим кого-то человека, бича особенно, и все толпой побежим за ним. И если он не убежит, то ему даем 10 тысяч. Короче, объясни, в чем суть пранка. Сейчас он объяснит. Тут чувак даже бинт забил, смотри. Ну, если он еще тут сидит. Так, мы подходим к любому человеку. Тимур говорит, парни, это он. Кирилл говорит, да, и мы выходим из гелика и начинаем его прессовать. Ну ладно, окей. Так гелик, значит, догонит. Не столько мне в БМВ не сел, вот негодяй. Ну ничего, ты будешь подъезжать и говорить, пацаны, это он. Я такой, да, это он. Ты сильно а ну да, я не типа отрываешь. Такой один езжу, такой батька, типа, два гелика охрана. Да, в натуре, слышишь, типа, такой блатной. И, блин, жалко, второй гелик тоже не на блате. Слышишь, может этого прицеливать? Давай, давай, тарань, тарань! За ним, за ним. За ним, за ним, за ним, давай. Погнали, погнали. Давай. Пиши, а ну стоять, пиши ему стоп, типа. Пишу ему, типа, стоп, стоп, стоп. Стой. Стой. Кирилл, он спрашивает, парни, это он? Парни, это он? Выходи. Смотри, как это упало. Стой, стой, дай я скрин сделаю, подожди. Так. Так. Стоять. Блин, я же в РБ-чат писал, что это он, наверное, поймет.
191. Попался. Стой, стой, я сейчас знаю прикол. Жукелиш такой, смотри. Что я вам сделал? Вытащите его с машины, вытащите. Тебе хана, ты понял? Вытащите его кто-то с тачки. Я знаю полный угар. С тачки по-хорошему. А, связать хочешь? Да. Я сейчас его... Давай напугаем его, типа, ему РП-килл сделаем. Типа, все, хана, чувак, тебе. За что? За все. За все. Я думаю, можно давать ему уже 10 тысяч, потому что он, видишь, он не убегает. Давай ему. 190. Типа, напиши, чувак, это был пранк. Держи. Так. Это был пранк. Ты красавчик. Я тоже ему там десяточку. Испугался. Ты красавчик, не испугался. Ты дал ему видео. Десяточку. Так, ты видео. Так, хи 190. Не, это жестко, блин. Это в натуре так... жестко. Я обтекал. Я обосрался. Два гелика, кстати, я БВ спереди его прижал, а гелик сзади прижал сбоку. Ты шо, вот это круто, смотри. Все. Ярослав, красавчик, красавчик. Красавчик вообще. Красавчик, все. Бро. Даже мата, даже не матюкнулся. Да, все, бро, свободен. Это правда. Давайте, погнали. Удачи. Разворачиваемся в Бусаево, едем обратно. Красава, блин, это было круто. Это было очень круто. Красавчики. Отлично сработали. Для начала нормас. Согласен. Давайте, Ха, погнали. Подожди, пересядь дверь. У нас еще проблема есть, у меня бензина мало. У меня тоже бензина мало. Ну сейчас по Бырику съездим в Бусаево, если там никого нету, поедем на заправку. Давай. Это жестко. Так, секунд. Я хочу. Я запись оборвал, чтобы потом понял, что не болелось. А да еще Тимоху домино и все. Мы на ферму едем. Своего ж, я ж понял, я ж дальнобойщик и своего так. Ну, блин, бывает. Это жизнь, детка. Ну, это было красиво. Это было настолько круто. Да-да. Самый эпичный момент прямо в начале. Что, там есть кто-то? Да, есть. Есть? Да. Фермер один, по-моему. Один фермер? Да. А тут нельзя дэмить, типа? Ну да, зеленая зона. Там мы не будем дэмить, мы его свяжем просто. Да. Заезжай. Давай за ним, давай за ним. Пацаны, это он. Поближе давай, поближе. Вон, вот он бежит. Да нет, давай за этим. А вот за этим давай. А давай за тем, ладно. Давай за этим, давай за этим. Сядьте в тачку, а то сейчас резнется. Да я сел. Стой. Стой. Сейчас. Стой. Пацаны, это он. Подожди, где? Стой. Стой. Он убегает. Тормози его. Давай. Что, 412 у него иди? Давай за ним. Сейчас не больше я подохнул. Есть, связал его. Смотри, какой кереш налетел. Да не надо кричать, стой, пидор. Какой левел, посмотри. Сейчас, 492. Смотри, что написал Захар. 492, какой у него левел. Сейчас. Девятый. Сейчас, подожди. Ну что, РП килл ему. Сейчас его дошугаем. Он убегал, поэтому не получит деньги. Не молчи. Другой,
какой сейчас прикол, сейчас по-любому репорт пишет. Ну да. Это бот, походу. Да не он. А ну давай я его разъяжу, посмотрю, что будет делать. Надо было ему мешок еще на голову Держи, надеть. держи, а ну завязывай, завязывай его. Захватить его. Сейчас. Блин. За ним, давай, за ним. Сейчас я бегу за ним. Стой, сука, он наверное хочет деньги, понял, получил работу. Давай, давай, резче, резче, красавчик. Его ломят. Ты видел, как они его плохо поступаешь. Поступаешь. Мышь, добро делаем. А ну, я за великом. Мы добро делаем, улыбается. Держи их там. У тебя бимер открыт, блин. Он пишет, простите, засранца. Я ему еще мешок на голову делаю. Больше так не будешь. Он резнулся. Конечно, на него мешок одели и нарусь. Это было жестко. Машина. Погнали за бензином, потому что жопа да, сейчас да, будет. Да, 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 за бензином надо. Не, это было смешно, конечно. Простите, засрал. Он тупо, он думал, что типа... Короче, он что-то... Чересчур он подумал, что мы хотим его убить. Я просто мешок одел, наверное, испугался просто жестко. Да. Хотя он 9-й левел. Так, у нас. Ну, главное, чтобы его не стреляли, не пили, не обматерили. Ну да. Поехали за бензином, у меня 17 литров. А мне 15, подожди. На Южный. Первая заправка Южного, поехали. Сейчас. Не хватает одного. А, да похер. Да ну. Запрет дали. Не хватает одного, запрет дали. В смысле? А чё дверь открыта? Ты ж, пацаны ещё так агрят, это капец. Угу. Я, кстати, блин, забыл запись включить. Ну, после того, как мы второго этого чувака. А, там ничего страшного. Ну да, сейчас ничего такого интересного не было. Ну, подписчика, конечно, ничего. Я это вырежу. Продам, 24-7 разымаюсь. Вы еще так едете круто, две черные тачки, сзади я на белой. Если я бы впереди как не заменили, прикинь бы я бы еще на спорте на черном подъехал. Да, да, да. О, скутерист, слышь, лови, лови. Вон, 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 поехали. Они поехали, походу, на этот. Туда, короче. А не, бля, бензина мало, поехали назад. Да. Надо заправиться и все, будем просто... Жопа будет, будет жопа. Меня сейчас убило, пацаны бегут за ним, понял? Ты надеваешь, ну, связываешь ему руки, пацаны подбегают и в полете ему подсрачник. Блин, маршрутчик! Автобус, ой, дальнобойщик. Дальнобойщик, да. Не, дальнобойщика было бояться, конечно, тем того. Хотя тот тоже так... Тут текал. Да. Многовато, да, уже. Два гелика забитых, забитая БМВ. Это жестко. Готовы? Да, да. Как губка Боб прям. Поехали. Дети, вы готовы? Да. Поехали в Бусаева, уже полный бак, может там сейчас фермера будет. Сейчас блин. Надо будет, прикалываешь? Их там много будет, понял, тупо всех связать. БМВ вообще красавчик, блин. А, то бимер был, я даже не понял, что оно такое. Потом скажи, какой канал и что за видос. Окей. Кирилл, ты можешь как-то не особо газовать? Окей, едьте вперед. Сейчас будет мясо. Да я даже тапку в пол не давал. Блять, у меня в машине сидел. А, давай закой! Он же у меня в машине сидел. Закой, чуваки, закой! Поехали. Блин, у меня БМВ, на БМВ развод херовый. Акут, тормозите ее, прессуйте, закройте ей дорогу. Дайте я присану, чё вы, блин, как дети? Стой. Да заблочьте его. Заблочьте его. Спроси, это он?
Это он. Кто он? Ты кто? Еще. Одного кикнуло. Да? Да. Вы кто? Сейчас. Твой страшный сон. Зачем? Зачем ты это сделал? Зачем ты это сделал? Что их обжали? Наконец-то нашли. В дурачка не врубай. Зачем ты это сделал? Ты же что я сделал? Купил аку. Купил аку. Зачем ты это сделал? Денег нету. Ладно, давай мы, наверное, буду Дим по 10 тысяч. Ладно. 360. Все. Это был пранк. Красава. Красава. Сори, парни. Все, расходимся. Мы видео снимаем. Удачи, парни. Ебать, он обосрался, да, Кенни тут такая. Гелик в три раза больше, чем така, блин. В машину садимся. Выкиньте чувака на крузаке, это... Это свой. Он моей... свой. Да, это в моей банде. Ага. Что там? Одного кикнул, я забыл. А чувак в оке один, да? Один. Да. Все, погнали. Застрял чуть-чуть. Опа, выехал. Когда видос-то? Поехали у Бусаева. А Захар где? Ночью. Его кикнуло, по-моему. Погнали. Ночью. Давай грузчикам. Да нет, там людей нет. Если там я много там... людей, наоборот. Не, на грузчиках, именно за Ашаном. Ага. Да, там никого нет. Кирилл, крутой, тебе Мерин был синий. У тебя Мерин был какой Мерин? А, да. 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 Да, у меня был Мерин синий. Ну, чувак на Оке видел, пытался убежать. Ну, блин, 40 км, он там 20 пока разгонится. 30 пока коленвал отпадет. Коленвал отпадет. Да чувак стоит быстрее. Да, есть, стоит. Есть, стоит. Быстрее, он на работу устраиваться хочет. Так, я с его ID посмотрю. Т-468. Есть, связал его. Спрашивай, это он? Пацаны, это он? Он офиса, сука. Блин. Погнали кого-то там поищем. Погнали, то стой. Там оно фермер стоит, быстрее. В машинах, машинах. Ладно, на машинах. У меня хп просто мало у машины, поэтому... Блок один. Открываем. Надеюсь, это не подписчик. Где? Да вон там поехали. Вон в поле где-то он был. Сейчас. Куда он убежал? Я только что увидел. Вон, Керя, вот. Вот спрятался. Максим какой-то. Проказник. Окружаем его, окружаем. Кубик делаем. Кирилл, а ну, связывай, сразу связывай. Давай за ним, резче. Давай за ним, связывай. 264 сейчас. 264. Быстрее догонять его. Дайте я его догоню. Да давай догоняй резче. Текайте, дайте подвиньтесь, дети. Батька бежит. Давай, связывай. Блядь, далеко от меня. Давай, дайте. Да блин, остановите его кто-то. Он сейчас за стену уйдет. Киря. Есть, связал. Связал? Смотри, он на заборе повис. Я спроси, это он? Пацаны, это он? Да не бейте его. Сейчас, подожди, надо, чтоб... NT 264.
Все. Сейчас для более эпичности я ему мешок на голову одену. Не-не-не, не надо, пускай видит, потом мешок оденешь. Я уже одел. Одел? Не страшно. Не страшно. Не страшно. Так делать. Не страшно так делать, ты, Максим. Ах, негодяй. Багажник его, гелик его. Ун. Я просто не могу машину затаскивать. Команду не знаю. А ну снимай. Я с него мешок снял. Наручники снимать? Да. Ун Тия 264. Все. Не, новенький. Я новенький. Что-то он не понял, я так понял. Отойди, отойдите. Чувак с калашом стоит. Так связывать или нет? Да пускай он в гелик сядет. Отвезем его в лес-то и закопаем. Садись в машину. Садись в машину. Сюда. Машину сел, если жить охота. Я сейчас шмальну у него, если он не сядет. Я это сделаю первый. Давай, чувак. Да-да, наверное, хватит его уже. Да пускай, пускай, давай дальше напугаем. Да он сейчас кикнет его. Не будешь больше так делать. Не будешь больше так делать. Не будешь больше так делать. Напишешь это пранк. Ну подожди, подожди. Смотри, администратор! Смотри, администратор! У нас тут пранк. У нас тут пранк. Никакого ДМ. Никакого ДМ. Видео снимаем. Ок, все, ПРП. Да, да. Видео будет. Смотри, куда побежал. За ним побежал. Давай за ним, за ним. Админ ты пыхнулся даже. Да, да, да. Я и Тимоха. Я и Тимоха. Ладно, все, его отпустить, короче. Да. Пусть бежит. Погнали за БМВ, блин. За геликом твоим. Бля, еще админ ты пыхнулся. Это вообще. Ах, ну он же настучал по-любому. Да по-любому он настучал, кто еще. И смотри, он пришел. Кири, дай денег. Блин. 20 000 самого нету. Так, погнали, девушка. Все, кто смотрел, подписывайтесь на мой канал, да. На Кирюхин, ссылочки будут в описании. Также группы, инстаграмы и твиты, все в описании. Лайки обязательно еще ставьте. И комменты обязательно. И если хотите больше таких видосов, давайте наберем 50 лайков. И у Тимохи, у меня. Да. Да. Под этим видео именно. Под этой серией, короче. И ждите новых видеороликов. Всем пока. Всем до скорой встречи, пока.